Галичкин, как моя фамилия. Я здесь работаю уже 14 лет. Евгений работает порядка 6-7 лет, он точно здесь был. Общались постоянно. Я знаю, что у него семья, жена, ребенок остался. Никогда не было здесь такого бизнеса. Денег как у человека в последнее время бизнес шел не акти как, поэтому никогда денег не было. Чем грабить денег? Человек, у которого были свои клиенты, которые прикатили в плохом фильме, можно сказать, о человеке. Поскольку я узнал,